Научный эксперимент. Взяли мышь, вставили ей чип. Она страдала жаждой. Построили лабиринт. Она по нему ходила, через 3 дня нашла воду. Чип вытащили у нее из головы. Она больше воду найти не может. Вставляет чип, находит воду мгновенно. О чем это говорит? Если нам вставить чипы, а это скоро будет возможно, умрет мир телевидения, умрет мир кино. Можно будет все получать через чип. Но пока электронные медиа, наверное, самое вообще благостное пространство, где вы можете свой талант превратить в капитал. Так что торопитесь, мыши-то бегут.